Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэтмак, Сундук, Аракс, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы скачали очень классную карту, это лабиринт, будем играть в прятки, ну не только прятки, еще можно будет и убегать. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Даю вам 10 секунд. О, как быстро все побежали, мне так нравится, такая, фу, все, никого нету, за секунду. А я вам покажу, что на карте есть очень прикольные такие штучки, которые пацанов убивают. Ну, короче, если вы будете умирать от ловушек, это не будет считаться. Только надо, чтоб я убил. Только тогда вы превратитесь в аниматроника. То есть должен укусить вас за шею. Так, первая ловушка, это такая, что вот... Наверное, дамажит сильно. Давайте проверим, жизни у нас много. Нифига себе, за раз убивает. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. А я знаю, Кэтмак, где ты запрятался. И где же я запрятался? А, вот у тебя зеленый цвет. Не угадать. Ну ладно. На дурачка, а вдруг бы угадал. Нет, почти угадал. У меня где-то будет зеленый цвет, но его почти... Так, и мы договорились с пацанами, что я не могу невидимым вставать, чтобы они видели, когда можно убегать. Ой, здесь такие ловушки, я даже эту часть карты и не видел. Огни тут привет, такие. Ах ты хитрый, ты залез, наверное, сюда в ящики где-то, да? Динозаврик первый пошел. Так, 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 по-любому тут где-то кто-то шкирится в этих ящиках. Да, я угадал. Надо было сразу бежать. Мне такой звук издают конченый. Точно никого больше тут нету? Так, никого. Побежали дальше. Джокбокс. Мне такой звук издают, как будто стеклянные шары. Ого, тут-то карта запутана. Так, я кого-то слышал. Может быть, Димас. Да ты где-то вот тут, вот я прям чувствую, что где-то собачатиной пахнет. Так, вот тут, вот тут, вот тут. Блин, а реально нычка крутая была бы. Ой, я тебя слышу, Димас. Да? Значит, я приближаюсь правильно. Я тебя вижу. Ай, меня послали. Ай-яй-яй-яй, иди сюда. Эй. Я еще не есть, вы меня не поймали. Так, пока есть только один аниматроник, да? А я бегу за собакой убивать. Она бежит от меня. А это я... А, это ты! Мочи его, пожалуйста. О, тут еще тут нычки есть. Да нифига себе, что карта такая очень обманутая. А я сбежал от вас. Ах ты хитрый жук совсем. Так, давай сюда побежим. Я себя убью. Да мы найдем по-любому его, по-любасу. Ой, тут какие-то пистолеты говняные мочат. Все, сундук, у нас еще один. Улетает сюда, пока не... Давайте еще раз сюда пройдем. Димас, так. У нас еще один человек в команде. Так, это отлично, ребята. У нас теперь армия аниматроников, которая захватит весь этот классный лабиринт. А все же заразились? Нет. Нас очень много. Подожди, давайте перекличку. Кого не нашли еще? Меня. Так. И все? Еще сундука. О, а Кэтмак тебя нашли? Нет. Нет. А, так а что ты молчишь? Кэтмак с хитрожопой, ты. Так где он, блин? Вы где-то бегаете и не даете себя убить. Меня кто-то нашел. Так. Кэтмак нашел. Блин, да тут столько нычек. Есть, есть. Арекс теперь с нами ищет всех. Так, а вы сидите на месте или по карте бегаете? Мы сидим на месте. А чё у вас такие читерские нычки? Я тоже если хочу. Если что, плагина видно. Ага. Если что, мы на одном месте сидим втроём. Втроём, значит. Так, здесь если я был? Что... Так, я вижу, 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 бежит. Балунбой рулят. А тут аниматроника другого не возьмешь. Карта очень манюсенькая, проходики такие, челепиздрические. А я знаю, где они. Димас. Да блин, мы по кругу бегаем, а найти их не можем. Опа. Димас. Еще кого-то нашли? Димас, пошли со мной.
Да не все возле кубиков сидят. Ну, Кэтмакса, наверное, нету возле кубиков. А он был. А он там был, да? Так, подождите, я что круг сделал? Все трое меня пробежали. Так, сундук, отлично, мне нравится. Иди. Кэтмакс, ты такой классный, молодец, хорошая нычка. Только а в следующий раз, когда прячешься, смотри, когда по сторонам, там сзади, спереди. Так, кого не нашли еще? Меня. Так, один, что ли, челик остался? Так, пацаны, давайте все собираемся на спауне. А я обороняюсь, вы не сможете меня просто так взять. А я иду, иду на работу в пиццерию. Книгу мочить. Что-то там еще лупить. Ну что, давайте, куда идем, пацаны? Как вы думаете, где они? Ой, меня убил, это не считается. Это его не считаем, ребят. Он умер из-за меня. Я понял. Ну что, давайте по бортику. Кто пойдет первый? Не ссыте. Я буду смотреть, как, как ты будешь падать. Первый пошел. Так, аккуратно, аккуратно. Я знал, что ты не выйдешь. Я думаю, как тогда ты же упадешь, сейчас сильно хорошо идешь. Так. Вот, если честно, перебраться я уже проходил, не падая. Я скушу, блин, да я ж не падал. Блин, тоже упал. Не надо. Так, пацаны, как вы думаете, где этот челик сидит? Все нормально. Он опять, наверное, на это, за текстуры засел, по любасу. Не-не-не-не. Мы оба в одном месте сидим. А, оба в одном месте. Значит, мы можем убить сразу двоих, да? Но я могу убить вас. Нет, у тебя не получится. У него оружие. Не получится, у меня оружие. Я опасный. А где ты оружие взял? Да вот, из трусов вышел. Шел. Ты что? Даже у тебя в трусах кто не оружие. Так, чё, всё? Не нашли его. Я не знаю даже, где его искать. Блин, да это наш. Кэтмакс, где они? Они убежали. Куда? Куда? Я не вижу их, тут всё страшно. Надо тупо ехаться. Тупо ехаться. Блин, я не знаю, я запутался. Ай, да может какая-то кабака меня. Ну, пистолеты вонючие. Так, мне кажется, надо их тут где-то чекать. Сейчас они прибегут сюда сами. Развязка всей карты. Ах, ты ж через дырку. А, тут текстуры вот эти короткие желтые. Они без текстуры, можно в них сидеть. Вот это читерская нычка была бы. Ха, класс. А вот тут. А, в эти штучки нельзя залазить. Всех нашли или нет, пацаны? Ну как ты меня через стену убил? Все, всех нашли. Да? Через стенку убил динозаврик. Там щелка была. Так нечестно. Не было никакой щелки. Ты бы пройти уже не смог, но ты бы издалека так нас. Вот тут. Молодец. Ой, ой. Знаете, что сделаем? Что? Битва аниматроников. Каждый сам за себя. Каких аниматроников можно? Да любой, как и хотите, берите, только не за, который бьет со спины. Этих нельзя брать. О, давайте биту чисто на фиолетовых челиках на ножачках. У нас хп. Нормально, давай. Надо попасть вот так ножичком чикануть чисто. Вот, вот так вот попасть. На. Эй, отвали. Офигеть. Ну чё, давайте. Битва фиолетовых челиков. Ой-ой-ой, еще бы чуть-чуть бы и попал. Отлично, попал. Отвали. Что за собаку играет? Прикольно, у нас такая драка с кем-то. Это я с тобой. Эй! Не мешай, не мешай, у нас битва с Кэтмаксом. Кто ж кого? Эй, ну блин, в живот, эй! Ай, блин, да как? Блин!
Ну иди сюда! Есть! Есть! Я выиграл! Блин, прикольно! Так что, ребята, хотите, пишите сейчас в комментариях, мы хотим. И следующая серия мы сделаем именно битву фиолетовых челиков. Будет прикольно. И я думаю, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!